Ребята, всем привет! Хотел бы с вами поделиться своими мнениями. Вот перед вами два ножа, финка НКВД, чехол под нее. Второй нож — это якут, ручная работа, и чехол под него. Чехлы простенькие, больше для жизни не нужно. Так, следующий момент. Все эти ножи приобретались в магазине «Нож». Этот магазин находится в Комсомольске на Амуре, это Дальний Восток. Вот. По проспекту Ленина этот магазин находится. Вот такие вот дела, ребята. Так, дальше. Финку НКВД. Это лично моя финка. Я ее там приобретал, точно уже даже и не помню, лет 7-8 назад, наверное. И вот это Златоуст, сталь 95 Х-18, ручная работа. Вот в таком вот она состоянии. Практически за ней я никогда не ухаживал. Ну, протирал там пару раз. Полировал вот эту вот латунь. Вот эту. Все, больше ничего не делал. Ручка, черный граф, рукоять. Вот такая вот. Вот в таком состоянии он. Где он только не был. И на море, и зимой, и летом, и в тайге. Его кидали, бросали. В общем, ничего с ним не происходит. Не ржавеет, не теряет металл вообще. Как был, так и остался. Царапины, естественно. Ну, столько лет, ребята. Такая финочка. Замечательная. А это вот приобрел мой товарищ в этом же магазине, буквально на днях. Вот такой вот сталь 12 мм, ручная работа, ручка, точно не помню, береза карельская, что ли. Вот такая вот ручка. Такой вот якут, красавчик. Вот, в принципе, вот этот нож я первый раз показываю кому-либо. Финка НКВД. Неразборная. Все. Всем пока. До свидания.